О, пролетел. Не хочет сниматься. Типа занято. Иди сюда. А не уходи. Ну что, новый день стройки. Че, еще залили столбик один. Так-то много надо еще столбик. Здесь будет терраса. Сегодня с прицепом приехали. Цепы здесь разбиты уже. Вот узбишку привезли, лестницу. Узбишка-то у меня куплена почти на весь дом. Лестницу надо нам с прицепом. Вот. Немножко не входит. Почему так сделали? Ведь USB-шку. Пришлось борт снимать. Все. Вчера напилили досочки на вторую стену. Сейчас будем собирать. Дальше. Стройка продолжается. Ставьте лайки. В начале видео лучше. Пишите комментарии. Будем снимать для вас видосики. Рустик, он лепездричество тянет от соседей. Ну что, ребят, поставили мы две стены. Сейчас вот делаем леса для установки лак крыш, для стропил, для установки временные леса. Так что все осталось. Немножко уже крыша. А боковые стенки потом будем. Когда лаги поставим. Все, ребят, фух, итог дня. Вон немножко обшили USB-шкой, сделали вторую стену, сделали леса, прибили вторую обвязку. Вот там, видите, вторая доска сверху. Ну вот вверху там одна доска и вторая обвязочка сверху. Вот все, сейчас это будем, короче. Сейчас завтра на работу. На работу на сутки. Потом, короче, будем стропила вымерять, там углы, шаблон делать, выпиливать. Короче, много работ. Доска сырая, что-то тяжелая, тяжело поднимать. Замаялись мы это строить. Леса эти городить. Вот таким образом. Колбышечки прибили, видите? Направляющие туда закинули. Вот, 4. Все, сейчас едем домой. Все устали, Ростик тоже устал. Ладно, что, если хотите, видосики ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Все, всем пока. Там, если что, по дороге что-нибудь будет интересное, поснимаем.
А, забыл сказать, что второй столбик залили. Ну все, цемент весь израсходовал. Нам просто цемент нужно было израсходовать. Вот хватило. Там потом подолью. Когда или с весной, или попозже. Такие вот столбики получаются хорошие. Короче, работы много сделали. Собака тоже. Мусор вон собрали. Выбросить надо, да, собака? Еще собака моя. Хорошая собака. Короче, ребят, сегодня что-то вообще после смены так устал, даже некогда было снимать. Вон уже крышу делаем. Лаги. Стропила ставим. Немножко осталось. Что-то вообще капец. Умотались, как бобики устали. Пилим, пилим. Так что завтра за брусок надо найти. Под, ну, сверху пленки. Сверху обрешетки. Так что поехали мы домой. Из нас все сегодня смонтируюсь. Будут силы. Выложим. Ставьте лайки. Будем стараться записывать. Вон, видите, все. Все переработали остатки. Вот это осталось. А так все в дело входит. Но полпачки уже нет, даже больше. Доска вроде ровненькая, нормальная, хорошая. Ну, нормальная досочка. Бывало и хуже, 100 раз попадалось. Ладно, ребят, лайки, поехали мы. Устали, пипец. Домой спать еще добираться. Нифига ехать. Прицепом USB-шку привезли еще. Плюс. Короче, заехали в Косулин, пивко взять. Тут говорят, косулинская пивоварня. Говорят, вкусное пиво, не знаю. Я ни разу не пробовал. Леха пассажир. Ну и не только от Лехи слышал. Вот. Косуля. Не знаю, где оно продается. Может, его тут не продается. Ну, сказал, разливки. С пива только разливное. Более-менее на вкус нормально. Как-то так. Ну, сейчас не знаю, возьмет он косулинское, нет. Вон идет, что-то взял. Бойлерная. Ну что, было Косулинск? Не бывает здесь такого пива. Нифига себе. Чувак, охренели, блин, сволочь. Нет, Леха, нету Косулинска. Нету, тут столько. На пивоварню ехать, она где-то там. Нету, говорит, у вас. Да. Я говорю, а где здесь продукт? Он говорит, нету здесь. 450 рублей.